Так, для очистки котла мы используем поваренную соль. То есть самая обычная соль, которую используем в пищу, только крупного помола. Значит, когда мы ее кидаем вместе с углем, то есть закидали уголь и начинаем потом засыпать соль, то у нас она начинает выгорать, плавится, горит желтым цветом, натрий, и образует вот такую вот структуру на стенках котла. Эта структура очень хрупкая, видно, что она отпадает сразу от стенок и очень хорошо отшелушивается. Вот. До этого котел как бы был такой покрыт плотной структурой угольной, кальцинированной, что, собственно говоря, было затруднялось горение, нету тяги, происходило затухание угля. Вот сейчас это у нас третий килограмм идет, третья загрузка будет. Вот мы закидали угля, сейчас мы будем добавлять соль. Берем соль. Сыпем прям сверху, не боясь. Вот угля мы где-то закидали на 2/3. Посыпаем все это дело солью. И сейчас досыпаем еще угля. Присыпал углем соль. Многие, наверное, заметили, что я ничего пока не разжигал. То есть у меня пока ничего не разожжено. Почему? Я разжигаю сверху. Сверху разжигаю, оно все горит сначала вверху. Значит, получается здесь как бы жар, зола такая. Это слой горения опускается ниже. И вот эти все дымовые, значит, пиролизные газы, которые выделяются из угля, они проходят через верхний слой, более горячий, и дожигаются. Получается меньше кадит, меньше дыма, значит, и меньше засоряет трубы. Так, значит, выкладываем деревяшечки, в общем-то, произвольным образом, чтобы воздух проходил вниз. Даже это много можно меньше. Я зажигал из 4 дощечек. Просто делаю побольше, чтобы пламя, которое разойдется, быстрее прогрела трубу. Сейчас труба холодная. Вот столько я наложил. Все, это вот больше ничего не накладываю. Это сгорает. Значит, угли опадают на... Вот эти угли деревянные опадают на угли каменные. Разогревает. И, в общем-то, я закрываю. Все, она горит. Больше ничего не делаю. Так, чтобы это поджечь, я беру дистопливо. И все это дело дистопливом вот так поливаю сначала. Много лить, в принципе, не обязательно. Ну, вот так вот. Ну, вот пошли дрова разгораться. Дистопливо горит. Так, откроем окошко. Сейчас оно чуть-чуть разгорится. И можно будет закрывать. В принципе, сейчас вот оно уже можно закрывать, чтобы оно здесь не ходило. Ну, вот пошло разогреваться. Значит, нижнюю дверку я пока оставлю приоткрытой. Ну, где-то оставлю миллиметров, сантиметра два щель. И через полчаса подойду, закрою окончательно.